Короче, ребята, решил вам рассказать один анекдот. Ну, в психиатрическом отделении переполнено. Врачи думают, блядь, больных некуда ложить. И выписывать некого будет. Непонятно, кто здоров, кто больной. Что будем делать? Ну, один из врачей предложил провести такой эксперимент. Короче, нарисовали на стене мотоцикл. Ну, очень этот мотоцикл реалистично выглядит. Ну, начали следить за пациентами, за своими больными, которые лежат в больнице в этой. Кто начал фару протирать, кто начал прыгать, типа заводит ножку, там дрыг-дрыг, ну. Кто начал там в карбюраторе бензин подкачивать. Ну, смотрите, вот, все начали там чем-то заниматься таким, ну, больные-больные. Ну, и смотрит, короче, сидит один пациент на табуретке. Ну, врачи между собой: о, так это здоровый человек. Подходит к нему и спрашивает: Валера, а ты почему с ним никуда не пошел? Типа, мотоцикл не завоешь? Они сейчас уедут. Куда же они уедут? Ключи-то у меня.